Московской области продолжаются отборочные этапы на национальный конкурс «Мерили от Басе». На этот раз праздничное шоу состоялось в Акжаикском районе. В мероприятии приняли участие 10 сельских семей. На районном уровне семьи и участники продемонстрировали свой потенциал в знании своего шежере, то есть прадедов до седьмого колена, выполнили домашнее задание по условиям жюри, мастерски отразили на сцене свою творческую неординарность и ответили на вопросы жюри и зрителей. Мы специально пришли всей семьей, чтобы принять участие в этом конкурсе, ведь очень важно показать молодежи силу общего духа, сплоченности и взаимоподдержки. В итоге на первом месте семья Жулкашевых из села Акжол, на втором Куанышбаевы из Курайлысайского сельского округа, немногим им уступили Сагадиевы из районного центра. У нас много таких семей, которые могли бы быть примером. В семье победителей Жулкашевых, например, есть 90-летняя бабушка. И даже она приняла участие в конкурсе. Она учит невест к рукоделию, дает жизненно важные советы дочкам и внучкам. Именно такое и должна быть семья, где сочетается уважение к старшим и любовь к младшим. Мы надеемся, что наши победители достойно выступят и на областном уровне. Все семьи были номинированы по разным направлениям и получили дипломы и ценные подарки. Мероприятие завершилось концертной программой. Алмагуль Джампейсова, Асламбек Саламатов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.